Спокойной ночи. Бабушка, тут вчера какие-то звуки странные были. Не выдумывай, нет тут никого, спи! Кто здесь? Чё ты орёшь, как потерпевший? Тут опять кто-то ходит. Ну я, это водички! Вышла попить. Мам, пожалуйста, не оставляйте меня у бабушки. Дорогая, твоя мать и правда очень странная. Тварь! Успокойтесь. О, мой дорогой! Привет, мам. Проходите. Здравствуй. Дай я тебя обниму. Ой. Бородавочка зацепилась. Ну все, мы завтра его заберем. Садись, сейчас столик моей тряпочкой протрем. Я тебе такие деликатесы приготовила. Бабушка, что ты делаешь? Господи, что же делать? Помогите! Ты кто? Это что, ограбление? Руки вверх, стреляю без предупреждения! Я пошутила, мой родной! Дорогие друзья, жареные семечки вызывают ряд смертельно опасных заболеваний, таких как СПИД, онкология. Герман Шайч, там не снимайте, шалунишка. Да вот семечки внучку своему пожарила, а сейчас кэблы разнашиваю. Петровна, а что это у тебя за звуки такие гипнотизирующие? Бомба активирована. Бабушка, ты не видела мой телефон? Да вот же он! Мы пошли в библиотеку. Возьмите семечек в дорожку. Алка! Алка! Если ты сейчас не возьмешь трубку, я тебе твою головешку на 360 градусов разверну! А как это? Вот так что ли? Будь пацаном, вывози за базар. Ты че? Да ничего, а ты че? Очень смешно. Опа! Тормозните-ка, базар есть! Не обращай внимания. Ты вообще кто по жизни? Это не ваше дело. А че ты рамсишь-то? Телефон с камерой есть позвонить? Нет. Нету. Вам чё, западло нормальным пацанам позвонить дать? А если найдем? Вот, возьмите. Слышь, братуха, а семки есть? Пожалуйста. Ну все, свободны. Поздравляю с 80-летием. С 30-летием. Это он сам нарисовал. Какая красотища! Здравствуйте. Ох, жених вымахал. Надо его с Танькой познакомить. Да она же простите. Ой.
Семёныч, ей-богу, ну подумаешь, насрал он тогда тебе в башмаки, 10 лет уже прошло. Пока всё не съешь, из-за стола не выйдешь. Прикол от юбилярши. Опять Алка линзы свои напялила. Ой, не к добру. Как вы проникли в мой дом? Мама, что произошло? Ты мне не дочь, ты мутант. У тебя кактус из башки растет. Мама просто лысину под этой шапкой прячет. Алка, ты ремонт затеяла? Наших тел. Чур, я первая! Дорогая теща! Анатолий! Как долго я ждала этой встречи! Давайте шкаф еще подвинем! Извращенец! Чтоб глаза мои тебя не видели! Подарок оставь! Что такое? Мы в прятки, что ли, играем? Держите сильней. Что это за звуки? Что-то я боюсь пиковую даму вызывать. После знакомства с твоей бабушкой мне уже ничего не страшно. И Понга тоже. Да ёлки-палки, где моя помадка? Пиковая дама, появись. Пиковая дама, появись. Зачем вы вызвали меня? Я пиковая дама! Бабушка, зачем ты так пугаешь? Как ты посмела притворяться мной? Карга старая! Ты ховальню свою заткни, маромойка швальная! Вот черт! Это все он! Я не виновата! Ай! А где это я? Ой, здравствуйте. Здрасте. О, а зачем вы фотографию этой клячи на зеркало повешали? Утырок, вытащи меня отсюда! Вы почему не в костюмах? Идем праздновать Хэллоуин! А вы не видели моего Понга? Нет, не видела! Лучше надо за своими животными смотреть! Понга... Бабушка, куда мы идем? В Диснейленд! Ура! О, Нинка, моя верная подруга! Ты покинула нас еще такой молодой! Ну что ты стоишь? Попрощайся с Ивановной! Возьми ее за руку! Я не хочу! Возьми, я сказала! Прощайте! Едеть, твою мать, племяшка меня опять схоронил, что ли? Вздремнула на пару часиков, называется. Не надо было тебя в наследство вписывать. Родные, близкие покойной, не пугайтесь, это просто газы гуляют в ее теле. Пора начинать кремацию. А куда я поехала? В солярий! Я тоже хочу позагорать. И я бледная, как поганка. И я. И я. Девчонки, вперед! Фух. Почему ты не разрешил моим подругам позагорать? Помогло? Нет, я пошутила. А, нет! Что случилось? Не отпускай эту кнопку! Почему? Зажжется печь, и они все сгорят! Я не могу больше держать! Вытаскивай их оттуда! Выходите! Семёныч, что ты вытворяешь? Я еще вот так могу! Салунишка! Они не выходят! Ай! Хорошо, позагорали! Я держу! А где Нинка? Да уже не надо держать! Я здесь!
Ну-ка, седая волосинка, я не поняла, ты скопытилась или нет? Да говорю же, вздремнула я. Этот выродок мою квартиру заполучить хочет. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. Мне пора. Все только начинается. Девочки, взять его! Мои родные, я выиграла путевки в новогодние лотереи. Yes! Мы встретим Новый год в Рио-де-Жанейро. Ура! А почему всего два билета? Папа с нами не поедет? Сынок, это ты не поедешь. Почему? Потому что... Иначе ты умрешь! Что произошло? А с кем я буду встречать Новый год? Я Снегурочка, вам здрасте! Распилю тебя на части! Привет, бабушка! Ты кто? Новый год мчится, скоро все случится, сбудется, что снится. Опять нас обманут, ничего не убьют! Мой внук пришел! Богатырь какой! Скоро в армию пора! Еще не женился? Четверть без строя как кончил. Лёшка, иди я тебя с Анжелкой познакомлю. Бабушка, не надо. Я пойду в компьютер поиграю. Не выдумывай, иди знакомься. У них квартира четырехкомнатная. Привет. Хочешь рулет? Спасибо. Так иди и возьми. Скорее, записываем желания на бумажках. Все равно ничего не сбудется. Заткнись, все сбудется. Вы козероги вечно такие. Я водолей. Алка, я сейчас прибью его. Поджигаем, бросаем в стакан и пьем. Лёска, я больше не хочу. Допьёт? Спасибо, я не хочу. Ты что, брезгаешь? С Новым годом! С новым счастьем! Ура! Ну иди, похвастайся перед другом шапкой, которую я тебе подарила. С Новым годом! Что за уродская шапка? Кошмар! А песни эти их молодёжные слышала? Эй, цепь на мне, сыплава, сотка тысяч на бекалва, сотни сук хотят ко мне. Давай в твою бабку снежок кинем. Давай. Я по утрам пью свою мочу. Я давно хотел тебя спросить, а почему у твоей бабушки иногда глаза становятся красными и она пытается нас убить? Вот увидишь, я буду смотреть ей прямо в глаза, и она меня не спросит. Итак, оболтусы, к доске у нас сегодня пойдет... Козявкин. Решай уравнение. Ой. Козявкин, твоя бабка и так у меня весь мел сожрала на родительском собрании. Ты еще мне тут фокусы будешь отщебучивать. Извините. Посмотрите. У него трусы в горошек. Лох. Лузер. Кринж. Бабушка, ты же сказала, что мы поедем в торговый центр. Тут еще лучше. Тут все импортное. Надо мной все в школе смеяться будут. Да тут все твои тиктокеры одеваются. Алла Пугачева, Майкл Джексон. Самса горячая, сосиска в тесте, беляши. Я хочу короткие, черного цвета. Ты посмотри, какие отличные штанишки. Ну нет, мне такие не нравятся. Просто померь. Не понравятся, пойдем дальше. Я же не заставляю тебя их покупать. Но зачем мерить, если я 100% не буду их носить? Здрасте! Есть такие штаны на мальчика? О, конечно! У нас и футболки модные, и толстовки молодежные. А чье производство? Германия. Почем такие? Всего лишь 500 рублей. За 300 отдадите? Ну, если честно, они уже и так со скидкой очень большой. Выберите,
У меня у самой и сын, и муж в таких ходят. Стираются отлично, удобные. Вот эта ткань, вот эта, ей вообще ничего не случится. Ну-ка давай мерь. Вставай на картонку. Бабушка, ну тут же все ходят. Да кто на тебя смотрит? Снимай штаны. Нинка! Алка, чё Лёшку к школе одеваете? А у нас Анжелка себе трусы засрала все, вот мы за новыми пришли. Бабушка! Ты зачем девочку довёл? В наказание покупаем штаны, какие я хочу! Ну прям на него сшито, фасончик к лицу. Я не буду в них ходить. Ты посмотри, как тебе хорошо. Я чё тебе врать буду? Скажите ему. Конечно, самый модный в школе будешь. Ну так что, за 300 отдадите? Ну, вы мне так понравились, внук у вас такой хороший. За 450 отдам. Ну не знаю, за такие цены можно и в нормальном магазине купить. Но ты же сказала, что здесь лучше всего. Не влезай, когда старшие разговаривают! Берите за 400. Да что это за цены такие космические? Скидки пенсионерам у вас полагаются? Господи, пусть она перестанет меня позорить. Давайте за 350. Ну, мы походим еще и вернемся. Черт с вами! Берите за 300! Чтоб ты в этом ширпотребе бичевском запнулся и разодрал себе все к чертовой матери! Ай, красавица, дай ладонь, судьбу расскажу. О, вижу, пятеро мужей у тебя было. Было. Всех схоронила. Схоронила. Всех убила. Убила. И вас всех убью. Верните мои деньги. Хорошие, подставляем вашу емкость с водой прямо перед телевизором и настраиваемся на космические энергопотоки. Бабушка, нам кто-то под дверью насрал. Ты не видишь, что я воду заряжаю? Иди и убери! Уважаемые телезрители, только сегодня у вас есть уникальнейшая возможность получить сканирование вашей ауры в прямом эфире от нашей целительницы Евлампии. У нас есть звонок! Yes! Здравствуйте, вы в эфире! Здрасте! Как вас зовут? Алла! Аллочка, смотрите мне прямо в глаза, я начинаю с вами работать. Ой, какая на вас порча, столько черноты, я ж запихаюсь. Я так и знала, это Петровна все колдует. Я ей как-то родинку вместо бородавки отрезала, так она до сих пор... Так, Аллушка, я сейчас буду делать чистку вашего энергополя через биоэнергетический агрегат. А звонок точно бесплатный? Да чтоб я сдохла, будь он платный. Бабушка! Алла, вы чувствуете головокружение? Я чувствую запах навоза! Отлично! Это вся грязь с вас выходит! Бабушка, куда это выкинуть? Эй, куда вы положили нож? В мою сумочку! Хорошо. Алла, первый этап чистки окончен. Теперь вам очень важно посетить наш эзотерический центр для дальнейшего лечения, иначе вам станет намного хуже. А я хотела спросить... На вашем счете недостаточно средств. Ваш баланс составляет минус 11 943 рубля. Привет! Привет, ну что за сюрприз? Угадай, куда нас поведет моя бабушка? В морг. В зоопарк! Классно. Здравствуйте. Здравствуй! Как твой далматинец? Я его так и не нашел. Встали как столбы! Идите убирайтесь, чтоб я пришла, все блестело! В смысле? Скоромысли! Господи, как же от твоего ботаника воняет! Это так неприлично! Что за народ пошел? Я вспомнил, меня там мама ждет, пока. Ты же сказал, твоя бабка поведет нас в Вы чё, шкеты? Совсем из ума выжили? Что вы тут делаете? Да меня понос после Алкиной стрепни одолел. Я в тубзилет пошла и дверь перепутала. А Алка меня тут закрыла. Ну ладно, я побежала. У меня сериал скоро начнется. Нас бабушка закрыла на ключ и заставила убираться. Ёперный театр, чтоб ей хату затопило.
Вы кто? Что вам нужно? Это не твоя бабка по телевизору. Ты чувындра конопатая! Я сейчас этот прибор твой знаешь, куда тебе засуну? Нет, просто похоже. Шапкина! Алка! Ты тоже на стрижку? Я здесь работаю парикмахером. Бердита, спасибо вам, до свидания. До свидания, Людочка. Ты же в стрип-баре поломойкой была. Меня уволили. Почему? Из-за тебя. И это она называет танцем. Сейчас я покажу, как надо отжигать. Хоп! Во, бабка дает. Бездельники, я в ваши годы на заводе с утра до ночи пахала. Что-то я ничего не помню. Подстрижешь меня? Конечно. Нам нужно срочно выбираться из квартиры, пока вода не дошла до потолка. Мне только кончики подровняй немного. Ой! Пацаны, погнали! Это ваше? Слушай, ну получилось супер! Ой, мне так нравится! Все женихи мои теперь! Я тоже хочу стать парикмахером! Что ты задумала? Ну не дай бог эти пройдохи чистоту не навели! Я им устрою! Я готов. Если ты не наденешь штаны, которые я тебе купила, ни на какие аттракционы я вас не поведу. Ой, я деньги на проезд забыл. Так, все, ты с нами не едешь. Бабушка, ты не могла бы оплатить ему проезд? Ну хорошо. Ты когда деньги вернешь? Я же у вас еще ничего не взял. А, ну да. Ну а потом, когда я деньги назад получу? Я Лёхе отдам в понедельник в школе. Ты как домой придешь, маме своей скажешь. Мама, я у бабы Аллы на проезд 700 рублей одолжил. Надо теперь вернуть. Но проезд же столько не стоит. Значит, поедешь в сумке. Залезай. Вот тебе и аттракционы бесплатные. Ну что, шары свои выкатил? Едем на рынок. Ну вот, наш автобус уехал. Передаем? Ой, подождите! Да быстрее опоздаешь! Боже, да куда же эти бабки вечно по утрам ездят? Пшел! Этот мальчик с вами? Да, малыш мой маленький. Согнись в коленях. Ну и оплачивайте за него. Чё вы мне тут даете? Да ему еще и 7 лет-то нет. Проезд бесплатный. Я чё, не вижу, что ли, конь какой вымахал? Оплачивайте или выметайтесь? Да я на колени его посажу. Мы на следующей остановке уже выходим. Господи, как жарко. Давай пошире окно откроем. Так, девочки, закрываем форточку, а то меня продует. Но тут жарища такая стоит. Ты вертихвостка невоспитанная. Со старшими пререкаться вздумала. Родненькие, я прошу вас, помогите собрать деньги на капельницы платные. Лидка, я ж тебя с утра кормила. Прощай, изменщица! Антонио, не бросай меня, пожалуйста! Бабушка, подключите наушники! Мы тут не горим желанием всем автобусам эти бредни слушать! Ты кого бабушкой назвала? Корова плешивая! Алка! Нинка! А ты куда в такую рань намылилась? Мы едем в парк аттракционов! Да ты уже на аттракционе! Я на базарчик за продуктами! А этого взяла, чтоб помог сумки до дома донести! А меня бабушка к психологу повезла! Да я в психушке ее закрою! В конец уже взбрендила! Вчера вечером, когда все легли спать, она такое вытворять начала! Мать, кто здесь? Алка, ты опять в линзах своих.
Я вооружена. Я баба Алла. Ой, да по ней сразу видно, что она у тебя пришибленная. Алка, а чего этот мужик на тебя так выставился? Итак, Алла Насрулаевна, положите подбородок на подставку и смотрите на желтую точку. Поняла. Что такое? Да так, показалось. Вызывайте ОМОН! Первый раз его вижу, маньяк какой-то. Ядрен батон. Что это? Открывайте автобус. Водитель, не открывайте. Езжайте скорее. Да я не могу, нам колеса, похоже, прокололи. Кто-то карабкается по крыше. Закройте люк. Ну, здравствуй, доченька. Мама, ты почему не в сарафане, который я тебе сшила? Да я, ну я... Да ты, ну ты быстрее опилки в своей башке собирай. Я просто... Чё, потолстела, что ли? Над моей дочерью могу смеяться только я. Мы сейчас идем на церемонию, веди себя достойно, не шуметь, руками ничего не трогать. Здрасте, где у вас туалет? Всем шампанского! Ядрит твою копалку, я в говно собачье наступила. Поставьте скульптуру на место. Извините. Ой. Дорогие Алла и Повсекакий. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение создать семью искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да! Прошу ответить вас, жених. Не советую импровизировать, голубчик! Да! Ух, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было бездарность, закрой свой рот, мало и земли. Господи, не компот, а блевотина какая-то! Вам, наверное, стало очень горько, 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 горько. А где моя мама? Что ты сделал с моей матерью? Я ничего не делал, я видела, она с топором куда-то пошла. Давайте ее искать! А как ее зовут? Растапхиза Шлихматрунда Бидопеткина! Растапхиза Шлихматрунда Бидопеткина, вы куда пропали? Мама! Растапхиза! Растапхиза! Растапхиза Трута Алалабалалалеткина! Пипеткина, вы здесь? Ее здесь нет! Растапхизочка, вы тут? Ау! Ау! Она здесь! Но слава богу! Пусть отдыхает, старенькая уже! Кто букет невесты раньше всех поймает? Тот следом за Алкой свадьбу вдруг сыграет. Оу, надеюсь, я поймаю. Алка, подкидывай! Поймала! Я хотела этот букет поймать! Почему он достался этой страхолюдине? Ты поаккуратнее на поворотах, деточка! Девочки, не ссорьтесь! Проституткам слова не давали! Да как ты смеешь? Анжелочка, иди сюда! Девочки, давайте жить дружно! Ой, хороший денек сегодня. Опять у Алки вечеринка. Так, ошметки старые, погостили, пора и манатки собирать. У меня скоро первая брачная ночь. Алочка, наконец-то мы одни. Давай покувыркаемся. О, так сразу, ну давай.
погляди-ка, сейчас строить что-то будут. Мне не понравился новый избранник моей дочери. Ой, ну все. Может, поедешь со мной? Позагораем, в речке покупаемся. Я тебе все, что захочешь, куплю. Нет, бабушка, когда мы ездили в деревню, ты то же самое обещала. А в итоге я картошку сажал, пока ты за бабой Людой в костюме смерти с косой по поселку носилась. Ну ты сравнил деревню и дачу. На даче отдыхать будем. Нет, ну если ты не хочешь в этого Соника Плюйстейшена последней модели поиграть, пожалуйста, оставайся в городе, дыши смертельно опасными химикатами. Ты имеешь в виду Sony PlayStation 5? Да, точно. А ты не обманываешь? Да чтоб повсекаки в ящик сыграл, если я вру. Аллочка, ну что, едем? Ты-то куда собрался, горбун-пердун? Иди полки в ванной вешай, пока я тебя не повесила. Музыка, игра, подпевай, козявка. Я одна стою на берегу, машу рукой. Да куда ты прешь, бабка слепая? Сиди дома, блины пеки. Ты себе побибикай, бибикалка не отросла еще. Я тебе ее сейчас выдерну через глотку. Твое сердце замирает, и ничего ну вот мы и приехали в мои хоромы. Какой классный дом! А то! Тут есть бассейн, горка, качели, все, что захочешь. Ура! Да, это Ильинична захомутала миллионера в свое время. Теперь балдеет тут, а наш дом вон. Ну что ты вздыхаешь, как девица на свидании? Это винтаж! А где приставка? Можно я пойду поиграю? Вот тебе приставка! Еще лучше твоей этой Сеги-Пеги! Глаза себе уже все посадил, бабушку родную на улице не узнаешь! Я ему внучок, внучок, а он дёру от меня, будто бы мы и не знакомы! Коси траву, чтобы мы до дома дойти смогли! Ты чё разлёгся как барин? Пошли грядки полоть! Бабушка, ты же пообещала, что мы будем отдыхать. Труд — это отдых от безделья! Алка! Нинка! Чё, Лёшку на каникулы привезла? А у нас у Анжелки крыса сдохла, мы закапывать её приехали. Здрасте! Да вот, любовь к труду прививаю. Это современное поколение, разбалованное да нельзя. То ли дело мы, в поле с утра до ночи, каждый день без выходных, и учиться успевали, и родителям помогать, и на гулянки ходить. А эти, тьфу! Ой, бабушка, а тут ботинок и кость. Так, срочно закапывай эту яму! Бабушка! Я не виновна в этом преступлении! Я никого не убивала! Бабушка! Бабушка! Что такое? Я в туалет хочу, а мне страшно одному идти. Ну сходи за кустику дома! А вдруг там Анжела увидит? Не выдумывай! Делать ей больше нечего! Она спит уже давно! Ну, бабушка! Взяла проблему на свою голову! Пошли! Только ты никуда не уходи. Хорошо. Бабушка? Кто здесь? Бабушка? Бабушка! Мой золотой, с самого утра уже с метлой в руках. Двор бабушке подмести решил. Не зря я тебя воспитывала. Так, подметай на чердаке, в туалете, в сарае и...
Вот черт, приперлись гандобленки старые. Нинка поди взболтнула, что мы здесь. Аллочка, я приехал. Они еще этого выродка с собой привезли. Пригнись, нас нет дома. Алка, открывай, пока я забор тебе не снесла. Они же опять у меня все запасы выжрут. Иди скажи, что я умерла. Бабушка, так нельзя говорить. А старушку не еще объедать можно? Пошел, я сказала. Алка, выходи, я настойку лечебную привезла. Да ты чё? Разливай скорей. Алка, какая у тебя чудесная клумба. А, это мы с Лёшкой посадили. Я вот этот цветок сажал. Вообще, девчонки, чё мы с вами как пенсионерки задрёпанные на участке киснем? Ребятишки, идите к столу, я вам сосисонов нажарила. Лёха, не намажешь мне спинку солнцезащитным кремом, а то я не достаю. Лёха, Лёха, весь в бабку свою пошёл. Ну так я его туда засунула, а он выскользнул и кубарем покатился. А я как-то курицу запечь хотела, но случайно внука в печь засунула и включила. Смейтесь. Можно я пойду поплаваю? Можно. Я чистотелом все бородавки отшкабливаю. Чего деньги лишние тратить? Сейчас на цены иной раз без слез не взглянешь. А пенсии кот наплакал. Сейчас же выходи из воды, пока не простудился. Но я же только что зашел. Ты посмотри на себя. У тебя уже губы синие все. Дрожишь, как лист осиновый. Но Анжела вон вообще уже часа два купается. Ну так потому она такая умалишенная. Таким же дурачком хочешь стать? Быстро на берег! Пердита, смотрите, я ежиха. Анжелочка, какой у тебя симпатичный костюмчик. Но не подплывай близко, я ведь могу утонуть. Ах ты мерзкая чертовка! Мороженое, покупай мороженое, недорогое, диетическое, самое то в жару. Бабушка, можно мне мороженое? Ну пошли посмотрим, что там у этой спекулянши. Покупаем недорогое Женае. Здрасте, почем у вас стаканчик с пломбиром? Я не хочу стаканчик, я хочу ягодный фреш. Знаю я, что они в эти фреши подсыпают. Красители да консерванты одни, по телевизору видела. Стаканчик всего лишь 70 рублей. Да за такие деньги я тебе сметану в морозилке заморожу и ягодами с Нинкиного огорода посыплю. Лучше всяких фрешев твоих будет. Все свое, свежее, с огорода. Скажите, а оно правда диетическое? Конечно, вы будете есть и худеть. Посмотрите на меня, я только им и питаюсь. Девочки, вы где? Там продают диетическое мороженое. Алка, пожалуйста, не надо. Бабушка. Прыгайте, будем заниматься спортом. Алка, давай я тебе настойки налью. Да у нее это от вашей настойки и случилось. Ты на кого бучу гонишь, щегол? Ёлки-палки, ты куда покарабкалась, кобылиха? Нас всех эта вышка не выдержит. Я же похудела. Сейчас съем рожок и еще похудею. Господи, как же хорошо, когда этой ведьмы красноглазой нет рядом. Ильинишна, привет! Мы тут немного у тебя поплаваем. Нет! Ой, какую мне Петровна открытку в WhatsApp прислала. Сейчас тебе перешлю. Да не надо, бабушка. Да ты такое еще не видел. Анжелке, может, отправишь. Вы-то что уже, целовались, небось?
Ну, колись. Покраснел весь, как индюк. Давай дальше фотографии смотреть. Так, это мама твоя замуж выходит. Доченька моя любимая. А почему ты везде вместо папиной головы какого-то мужика наклеила? Да потому что у отца твоего своей головы на плечах отродясь не было. А я приклеила СССРовского Брэд Питта. В наше время такие мужики были. Не эти ваши шмаргернперны. Ой. Этот пень гнилой не в счет. Бабушка, а какая ты в молодости была? Ой, за мной женихи табунами бегали, я только и отмахивалась. Та еще штучка была. А по фотографии не скажешь. Ты кому больше веришь, клочку бумаги или бабушке своей? Ну, смотря с какой стороны посмотреть на эту ситуацию. Ишь, деловой какой, тоже мне Эйнштейн. А покажи моего дедушку. Ну, судя по твоим оханьям да аханьям, Евпсихий твой дедушка. А, нет, погоди, мать твоя же у меня от француза. Француза? А как вы познакомились? Мать пылесосит с самого утра, а дочери помощи не дождешься. Мама, зачем так пугать? Не наспишься все, сходи в магазин за хлебом, хоть какой-то толк от тебя будет. Bon après-midi, Botti. Bonjour. Товарищ, я не понимаю, что вы говорите. Из психушки сбежал, что ли? Я хотеть бы приглашать ты на свидание. Поедем? Насрула! Насрула! Алка на свиданку почопала! Записывай номер машины! Диктую! 6-5-... Кто это быть? Это моя мама. Ну поехали! Я так жрать хочу! А потом что было? А потом суп с котом, маленький еще. Бабушка, а что это за проститу... Ну... Не узнал, что ли? Пердитка эта. А разве в ваше время так можно было одеваться? Нет, конечно, но ее каждый день милиция отлавливала. Ну ладно, Алка, я поехала. Мы тоже поехали. Пердитка! Пердита! Мальчики, привет! Сейчас мы с тобой сходим в аптеку, потом погуляем по парку. Тебе не жарко, солнышко мое? Ты куда пропала? Мы в прятки, что ли, играем? Раз, два, три! Раз, два, три! Выходи! Гражданка! Гражданка! Вы ребенка в холодильнике забыли! Разве так можно? Кошмар! Надо органы опеки и попечительства вызвать! Да что вы раскудахтались, как курицы перед обезглавливанием? Это мы так играем! Ребенка мне перепугали, дрожит вся от страха! Что-то там произошло? Ой, а это Петровна? Да, с твоим смехом на людях лучше не появляться. Да, Петровна, это мы с ней только познакомились. Чтоб меня птица обгадила. Извините, не могли бы вы, пожалуйста, меня сфотографировать? Да без базара. Какой ужас. А, это вы, чтоб коляска не уехала. Кстати, у меня такая же была. Стащили из подъезда, жулики. Ну давайте сюда свой телескоп. Сейчас я вас щелкну. Только близко меня не снимайте. Ну как, получилось? Обокрала скотина. Помогите, товарищи, меня ограбили. Здрасте, вы тут случайно не видели женщину с коляской? Алка? Алка! Нинка! Чё, на пробежку вышла? А у нас Галка дома весь холодильник выжрала, вот мы за продуктами в очереди стоим. А Галка это дочурка моя. Да ты чё, замуж выскочить успела? Ну мы ж с Вениамином со школы ещё. А ты как?
Я потихоньку, помаленьку. Дочурку тоже родила несколько лет назад. Как назвали? Даздраперма. А муж у тебя кем работает? А, уже никем. Тунеядец, что ли? Ага, лежит целыми днями, допылится. Сейчас покажу тебе его. Фотографию его с собой носишь. Видать, любите друг друга. Вот он, открыть урну тебе. Не надо. Тетя Алла, хотите, я покажу вам фокус-покус? Хочу. Засуньте сюда свою руку. Галка-засралка, опять ты за свое! Извинись перед тетялой! Галочка, а хочешь, я покажу тебе фокус-покус? Давайте! Алка, может, не надо? Засунь сюда свою ручку! А что это? А это мне кошка с утра в сумочку нарыгала! Иногда мне кажется, что ты приемный. Так, смотрим следующий альбом. Приемный? Батюшки мои! Ну что, Алла, настала пора возмездия. Лёшка, ты чего это, родненький? Лёшка, я тебе денег дам на твоего плюйстейшена. И уроки за тебя делать буду. И все, что скажешь, только не пугай бабушку. И я больше не буду убираться у тебя. Да, да, никогда. И мы больше не будем работать в огороде. Но только одну грядочку маленькую посадим, последнюю. Не выдумывай. Хорошо, хорошо. Теперь ступай с глаз моих долой. Помогите! Агафоник, классно ты свет сделал. Ага, видел, как она напугалась. А как она побежала? Помоги! Те. Вы пошутили, теперь я пошучу. А ты не знаешь, Алка с дачи-то вернулась? Вернулась. Итак, самый худший класс за 40 лет моей практики. Завтра у нас с вами 1 сентября. Хочу напомнить, что у меня вопиющая аллергия на хризантемы. Можно подумать, этой кабанихе кто-то цветы собирается дарить. Меня бабушка, как всегда, заставит. Я сейчас эту парочку сладкую рассажу. Вам не интересно? Мне что тут перед вами, польку-бабочку танцевать? Ты посмотри, какие хризантемы я купила для твоей учительницы. Ильхидия Мукопуткина сказала, что у нее аллергия, и ей нельзя такие дарить. Пусть твоя учительница не выдумывает. Сдирают каждый год по полпенсии моей на ремонт. Еще и цветы им нужного сорта подавай. Етишкин Шишкин, форма твоя сгорела. Это ты все со своей училкой заболтал меня. В чем же ты теперь пойдешь? Как ты на дедушку своего похож в этом костюме? Мы в нем его и похоронили. Ну, я пошел. Давай! Бабушка, не надо со мной идти. Ну как я тебя одного пущу? Столько опасностей кругом. Меня же обсмеют все. Чё я как первоклассник с бабушкой приду? Еще и в обносках этих колхозанских. Спрячь цветы. Что? Цветы спрячь, я сказала. Я ничего не понял. Так вот кто срезал мои хризантемы! Ах ты паразит молокососный! Ха-ха! Посмотрите на Козявкина! С бабушкой пришел, как маленький. Ты че, у своей бабки наряд одолжил? Ой, мальчик, смотри-ка, ты испачкался. Где? В Караганде. Еще раз будешь над внуком моим или над его одеждой шутки шутить свои? Я из тебя наряд ему сошью. Вот и наступил прекрасный и волнительный праздник, День знаний. Дорогие мои, любимые ребята, как я рада видеть ваши добрые, умные, полные радости лица. Позади остались незабываемые яркие...
Привет. А я сначала подумал, что это Петровна с твоей бабушкой стоит, но потом понял, что это ты. Спасибо. Для вас, первоклассники, звучит первый в вашей жизни звонок. Встречаем ученицу первого Г-класса, Рукосуеву Анжелу. Тебя чё, на второй год несколько лет подряд оставляли, тяжёлая такая? Давай, неси. Анжелочка, скажи сыр. Доча, скажи колбаса. Не бегать по коридорам! Слабоумные! А почему тебя на доску почета не повесили? Ты же у меня умненький! Я пойду побеседую с твоей классухой! Что это за предвзятость? Нет, все, иди домой! Алка! Пердитка, тоже учиться пришла? Я здесь работаю менеджером клинингового сервиса! Поломойкой, что ли? Итак, оболтусы, вы, как всегда, меня опозорили перед всей школой. Про прикид Козявкина я вообще молчу. Почему я должна стоять и краснеть из-за вас? Дорогу педагогу, здравствуйте, Ихидему Капуткина. А мы вас ждем в учительской, у нас там напитки горячительные. Нет, вы посмотрите на них, два учителя в классе! А им хоть бы что? Хоть бы что им? Здрасте! Ой, вы бабушка Лёшки? Да! Ах, вы бабушка Лёши! Лёша, списывай тут Тани! Не посидите с ними минут 15, мне по делам нужно отойти! Нам конец! Сейчас будем с вами решать простенькие уравнения! Я все вижу! Я закончила. Так, здесь верно. Угу. Молодец, девочка, садись. Бабушка, это не твоя Лидка. Ребятишки наконец вылупились. Из сумки сбежали паразиты. Они ведь не ядовиты? Нет. День знаний обернулся ужасной катастрофой для школы 666, которую около 20 минут назад атаковало семейство опаснейших ядовитых змей. А вот и первые очевидцы. Давайте узнаем, как это было. Здравствуйте, девочки. А я не поняла, это что за папарацци? Я разрешения вроде бы не давала на проведение интервью. Мне нужно припудрить носик. Мама, привет! Я бы хотела передать привет своей маме и поздравить моих любимых подписчиков с началом нового учебного года. Желаю вам ярких и счастливых впечатлений, отличных оценок, верных друзей и добрых училок. Я вас всех очень люблю. Мам, а мы будем отмечать мое день рождения послезавтра? Нет. Почему? Твой отец забыл свою барсетку в Брюсселе. Мы отправляемся туда как раз послезавтра. А я с вами? Ты остаешься с бабушкой. Так, Петровна, я пошла открывать МИД. Прикрывай меня. Сейчас буду всех убивать. Бабушка! Тварь! Что такое, мой сладкий? А можно у тебя день рождения отметить завтра? А, ты же у меня именинник! Так, давай посчитаем гостей. Я хочу позвать Агафоника, Максима, Илью. Подожди. В этой квартире можно находиться максимум 8 человеком. Но на твоей свадьбе тут было... Не выдумывай. Так, Нинка поможет мне салаты накрошить. Ее зовем. Семёныч мебель подвинет. Зачем Семёныча? Повсекаки же есть. Да! Ладно, давай Семёныча. Петровна настойки принесет. А тебе сколько лет исполняется? 11. Так ты у меня уже такой взрослый. Тебе стриптиз на день рождения надо. Пердитка спляшет, ее тоже зовем.
Ну, вроде никого не забыла. Так, теперь пиши, агафоник. Все, больше сюда никто не поместится. Я не буду с одними стариками день рождения справлять. Так Нинка с Анжелкой ж придет, хорошая девочка, будете с ней дружить. Я хочу со своими друзьями отметить, а не с твоими. Ну, разрешаю тебе позвать твоего ботаника. Он как раз за троих жрет, пусть три подарка и приносит. Ура, подарки сейчас подарят. Что же там будет? Может, новый телефон и конфеты вкусные? Здравствуйте. Лёшка, мы поздравляем тебя с днем рождения. Это мы с Анжелочкой выбирали. Книга о нашем городе. Энциклопедия природы Срандручининска. Спасибо. И шоколадка вот тебе. Фу. Горькая. Самый вкусный шоколад. Самый полезный. Зачем мне солнце? Монако! Ой, ну сколько подарков тебе надарили! И гель для душа, и шампунь, и постельное белье! Тебе хоть нравится? Очень. А что лицо такое недовольное? Я ему стол такой накрыла! Пердитка, тебе положить пюрешки? Да, немножечко! Ну, все, я после шести не ем. Лёшка, тебе положить? Не надо, я салат поем. На, накладывай. Ну что, внучок, мы поздравляем тебя с днем рождения. Будь хорошим мальчиком. Слушайся родителей и бабушку. Желаем тебе выбрать хорошую профессию. Чтоб учился на одни пятерки. Девушку себе чтоб нашел. Да у него вон невеста какая растет. А вы, Пердита, всегда были хорошей девочкой. А вы, Нина, слушались родителей и бабушек. А у вас, Семёныч, девушка есть? А ты по всякаки на одни пятерки учился? А вы... А вы вообще кто? И правда ж ты! А я не поняла юмора! Вы, дамочка, чего здесь присоседились? Мы сейчас полицию вызовем! Пошла вон из моей квартиры! Почему меня не пригласили на день рождения моего правнука? Мама, что за тухлая вечеринка? Сидят как на поминках, хоть бы конкурсы какие устроили. Мам, а давай наш любимый конкурс. Это который кто кого быстрее распилит. Да, кто кого быстрее распилит, кто кого быстрее распилит. Обожаю этот конкурс. Ну, в гостях хорошо. А сейчас будет еще лучше. Ёперный театр. Нинка, давай тебя первую пилить. Несчастье-то какое. Я утюг забыла дома выключить. Нам с Анжелой еще завтра рано вставать. Ничего не знаю, ложись. Алка, а это безопасно? Нет. 3-4. Это самый худший день рождения в моей жизни. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Лёша. Зиночка, правильно говорить не birthday, а birthday. 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 Меня чё тут какая-то проститка учить вздумала? Happy birthday to you. Happy birthday. Закрой пасть свою гнилую. Ну, внучок, загадывай желание и задувай свечи. Я сама торт испекла. Я вижу. А ничего не выскочит? Нет. А ничего не взорвется? Да нет же, смелей. А ничего... Давай, дуй уже быстрее, я торт пожрать хочу! Вы же после шести не едите. Так уже полночь, новый день настал. Свечи не задуваются. А это не свечи, это петарды. Мой тортик. А что это?
Это же... Бабушка! Это же Sony PlayStation 5! Да! Я люблю тебя, спасибо! И я тебя, пчелка моя французская! Пошли поиграем! Алка, я в газете давеча про соников этих пятых читала. Они же как 6 пенсий твоих стоят. Да, я почку по всекаке продала! А он знает? Нет! Я в квартиру зашла, а она лежит, холодная вся, и в одну точку смотрит, не моргая. Но я скорую сразу и вызвала. Вон Лёшка идет, бедный мальчик. Алка его так любила, так любила. Нужно ему сообщить это как-то деликатно, чтобы не травмировать его детскую психику. Да надо напугать его до усёру, чтобы новость о кончине Алки была менее болезненной. Лёха, это ограбление! Отдавай сюда все свои деньги! Петровна, я вас узнал. Ё-моё! Богатой не буду! Лёшенька, здравствуй! Здравствуйте! Тут такое дело! Ой, не могу! Ниночка, я покупала дорогостоящие курсы психологии у видеоблогеров. Я знаю, как нужно поступать в подобных ситуациях. Лёшенька, видишь ли, иногда в этой жизни так бывает, когда человечка закапывают под землёй, и его там начинают поедать различного рода насекомые. Пердита, какие-то странные у тебя курсы были. Лёшка, понимаешь? Ой, я сейчас ребусом тебе сообщу. Вот, расшифруй. Лёшенька, твоя бабушка, кажется, улегла. Легла? Нет. Умела. Умела? Почти. Лёшенька, твоя бабушка, кажется... Сдохла! Твоя бабка, кажется, сдохла! Анжелка, чёрт тебя подери! Никакого телефона и мороженого! Бабушка, она... что, звонила? Нет, она не звонила и больше никогда никому не позвонит. Она умерла, понимаешь, ее больше нет. Слушай, щегол, я Алке холодец недавно давала. Хотелось бы контейнеры назад получить. Да все со мной в порядке! Не выдумывайте! Бабушка! Алка! Живая! Верни мои контейнеры! Алла Насрулаевна, у вас давление за 200! Нужна срочная госпитализация! Никуда я с вами не поеду! Мне уже лучше! Сейчас я расхожусь, свежим воздухом подышу! Грузите ее! Что с ней случилось? Знаю я, как вы лечите! Меня из больницы потом сразу на кладбище увезут! Петровна, что вы делаете? Цветы Алке сажаю на могилку. От вас же молодых не дождешься. В тиктаках и ютуберах своих все деградируете. Ночью садите. Ночью. А вы не слишком глубоко копаете? Да чё ты привязался, выпороток малолетний? Ну откапываю я бабку твою. Её похоронили в браслет... Её похоронили в сережках золотых да браслетах. Чё добру пропадать? Лёшенька, куда ты собрался? Нам свидетели не нужны. Быстро полезай в эту яму, сопляк недоделанный. С вашим сыном все в порядке? Это он так играет.
Привет, подписончики! Ну чё, теперь, когда Алка схлопнулась, я буду вести этот канал. Будет ещё лучше! Кидаем бабки, эти, донаты, на мою пенсионную карту. Буду показывать вам свои шедевры кулинарии, мои комнатные растения. Я также увлекаюсь вязанием. Нинка, покажи, какой пропеллер я тебе связала. Ой, не надо меня снимать. Анжелку лучше сними. Ну и ряху она у тебя отожрала. Бабушка! Я тоже хочу быть видеоблогером. Ну а что ты можешь нам показать? Мой мальчик едет на девятке по автостраде вдоль ночных дорог. Никакого разврата на моем канале. Так, а это моя... Не поняла. Что, подзарядка села? Да чё-то... Настойка моя палёная, что ли, оказалась. Так, ну ладно. Петровна Глиста в скафандре! Ты зачем мне пароль от Ютуба поменяла? Так я думала, твоя песенка спета! Я сейчас тебя отпевать начну! Алка, тебя из больницы уже выписали, что-то рано. Алла Насрулаевна! Алла Насрулаевна! Опять сбежала! Ой, вы посмотрите, Ильинична фотку в инсте запостила. На новогодние праздники, видите ли, она отдыхать куда-то поехала. Так, конечно, муженек ее денег наворовал. Чё бы на халяву не отдохнуть? Срам! Ага, мы всю жизнь пашем, пашем, а кто-то по заграницам только и ездит. Нет, я не завидую, чему тут завидовать? А посмотрите, какое у нее декольте в ее-то возрасте. Тьфу, проститутки кусок! А когда твоя бабка вернется? Ее только на следующей неделе выпишут. Открывай мне дверь, щенок. Она не должна видеть весь этот бардак. Да! Давайте сделаем вид, что нас нет дома. У нее ведь нет ключей. Нет. Я пойду ее отвлеку, а вы пока спрячьте весь этот мусор. Бабушка, наконец-то! Как я соскучился! Ну, подхалим! Ждешь не дождешься, поди, как бабушка ласты склеит! На квартиру мою глаз положил! Я еще вас всех переживу! Бабушка, а туда нельзя. А что там? Повсекашка! Дай я тебя поцелую. Что такое? Мы сюрприз готовили к твоему возвращению, но не успели. Господи, как же я люблю кататься на лыжах. Ой, вы всю комнату пропердели. Давайте откроем окно проветривать. Что вы мне там квартиру мою разносите? Ильинична? Насрулаевна? Ах ты, кобель пердунчатый! Пока я в больнице помирала, еле откачали! Ты тут с этой Квазимодиной костлявой развлекался! А бардак какой устроили! Все мои запасы на Новый год сожрали! А Алку с больницы-то выписали. Новый год ведь скоро. Подождите, у меня кнопочка заела. Выписали. Надевай шапку! Бабушка, там тепло. Хочешь менингитом потом заболеть? Ну вообще-то менингит это вирусная инфекция. От холода она у меня не появится. Ну раз такой умный, вот сам в кино свое и шуруй. А я посмотрю, на какие шиши ты билет себе купишь. Хорошо, хорошо. И горлышко укутай получше. Здрасте! Здрасте, здрасте! Фу, позорище! Здравствуйте! Вас приветствует умный домофон.
Что за кринж? Здравствуйте! Мне нужна Алка! Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознания по лицу, скажите, фото. Дорогая девушка из домофона! Я пришла к моей подруге Алке. Открой мне, пожалуйста, дверку. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для... Ах ты дрянь такая! Быстро открывай мне эту чертову дверь, скотина! Нифига, как дорогу всю замело. Это разве замело? Это так, иней. Вот я когда маленькая была, мы до школы через такие бураны добирались. Кругом медведи, волки. Смотри-ка, пердитка опять всю ночь куролесила. Пердитка, пойдешь с нами в кино? Вы идите. Мне тут с одной дамочкой разобраться нужно. Здрасте! Мы на этих пейджеров! Рейнджеров! Рейнджеров! На какое время? А какое есть? Ближайшее на 14:20. Давайте! Выбирайте места. А это в зал надо сходить. На мониторе. Ты мне тут подсокай еще! Морду она свою сквасила! Родителям характер показывать будешь! Профурсетка штопанная! Если что, я не с этой сумасшедшей бабкой. Ой. Не поняла. Извините. Почем билет у вас? 300 рублей. А со скидкой сколько? У нас на данный момент нет скидок. Бабушка, это хорошая цена. Вот сам, когда будешь зарабатывать, будешь решать, что хорошее, а что обдираловка. 5-й ряд, 8-е, 9-е место, пожалуйста. Оплата наличными или по карте? По карте. Все-то он знает, что бабушкиных денег касается. Лучше бы в школе так умничал. Прикладывайте. Бабушка, давай попкорн купим. Зачем этим барыгам переплачивать? Я дома нажарила, еще вкуснее. Ну тогда лимонад. Компот мой домашний попьешь. А в этом действительно есть необходимость? Уже началось? Мы что, опоздали? Это ты все со своим фастфудом? Ай, блин! Куда вы прете? Ой, извините. Так, где тут наши места? Ни черта не вижу. Слепая уже стала. Это правило для всех пейджеров, то есть рейнджеров. Бабушка, что ты делаешь? Тихо, не мешай записывать. Так нельзя, нас посадят. Вы взяли не того. Батюшки, как у меня ноги вспрели. Кайф. Ой. Как воняет. Вы пожрать сюда пришли или фильм посмотреть? Я пожрать. А чё попкорн не ешь? Знаешь, какой вкусный? Я пока не хочу. Это что такое? Никакого уважения! Да вырубите вы свой телефон! Алло! Нинка! Привет! Запускаю процедуру превращения. Ну что, интересный фильм? Да. А куртка твоя где? Здесь. Компотика налить? Бабушка, можно я фильм посмотрю? Помогите! Да ё-моё, бабушка, можете не пинаться? Какие-то проблемы. Извините, бабушка. А что вы говорите? Нормально отец с вами поздоровался? Ой, Лёшка, что-то живот прихватило. Ой, не могу! Выпустите меня, срочно! Это все от твоего попкорна и компота. А что там за шумиха в первом зале? Да говорят, бабка обдристалась. Ой, 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 ой. Ух, добежала. Ключей нет. Вот они. Да что ж такое? Алка! Пердитка, не сейчас! Ты не сможешь открыть эту дверку! Это еще почему? У меня имеются официальные подозрения, что я ее сломала! Бабушка, давай до Нины дойдем! Да уже не надо, внучок!
Прощайте. 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 Спина! Иди, твою мать, хорошо! Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что произошло?